ребят, вот вчера вы здесь все ехали, вот в этом месте, вот в этом месте, вы куда смотрите, все люди, алло, народ, вообще проснитесь, пожалуйста, когда вы за рулем находитесь, глаза надо открыть, в конце концов. Вот сейчас обратите внимание, пожалуйста, на вот этот знак, главная дорога, и по ним направление движения прямо и направо. А с этой стороны, мы прямо по этим. А с этой стороны, вон он кирпич, вот он кирпич. Едем, едем, у нас главное. А на перекрестке мы будем разворачиваться, включая левый поворотник. На Тукая на улице разворот делается по малой дуге, то есть близко к правому, ну, к левому бордюру. Газоль отпусти, посмотри по левому справа заранее, готовься к этому, поворачиваем. Крути, 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 по малой дуге. Сцепление, тормоз, давай. Тормоз, смотрим, едет? Останови машину, остановите вот здесь машину. Левый поворотник дублируем, первую ставим. Пропускаем всех, кто едет справа. Именно кто едет справа, передних пропускать здесь не надо. Поехали. Поехали, поехали. Оу, зачем так резко? Аварийку. Зачем резко? Дальше. Обратите внимание сейчас на пешехода с левой стороны. Поехали, никого нет. Крути, крути, крути. И останавливаемся. Вот стоит женщина. Стоим, стоим, стоим. Все. Оп. Вот она стоит. Поворотник выключи. Выключи поворотник. Поехали. Вот непонятно, да, вот это вот. Вот это, что она там делает? Что она там забыла за столом? Она по телефону разговаривает. Может, еще раз? Сейчас, похоже.